Приветствую вас. Для начала нужно определить, для чего вам эмоции и адреналин. То есть, что они вам дают. Чувствуете ли вы, например, себя более живым в этот момент, когда испытываете эти эмоции? Или, может быть, вы бежите от чего-то, от какого-то, например, страха, может быть, или от каких-то переживаний. Иногда бывает такая ситуация, что человек может целенаправленно подвергать своей жизни опасности, потому что у него есть такая, знаете, установка на самоуничтожение. То есть это такая установка человека на то, что он должен себя убить, либо кому-то что-то доказать. Вот. Конечно, здесь есть свои тонкости, здесь есть свои нюансы, вот. Но однозначно можно сказать только вот то, что у ваших переживаний, да, у ваших желаний, таких вот желаний, есть основания, вот, есть основания и, соответственно, есть причина. И, понимаете, нет ничего плохого в том, чтобы заниматься экстримом в качестве развлечения, да, но не постоянно это делать на самом деле, понимаете. Если вы делаете подобные вещи постоянно, то это может нанести вам вред, как вы правильно заметили, и этот вред может причинить боль не только вам, но и вашим родным, тем, кто вас любит. Поэтому я думаю, что здесь, с одной стороны, вы преследуете свои цели, свои желания, да? То есть, ну, вот у вас есть определенная установка. Помимо этого, вы еще и, значит, довольно эгоистично относитесь к тому, что может подумать, вот, значит, те, кто вас любят, то есть, ну, грубо говоря, вот как, например, девушка реагирует на то, что вы с ней расстаетесь, да, просто для того, чтобы получить эмоции. Как девушка реагирует на то, что вы это делаете? Как вы сами относитесь к тому, что она переживает, страдает и так далее? Я не хочу сейчас вас именно пристыдить, на самом деле. Я не хочу, чтобы вы испытывали чувство вины. Я хочу, чтобы вы скорее подумали об этом. Вот девушка ваша, как вы к ней относитесь? Считаете ли вы, что она, грубо говоря, достойна такого отношения к себе? Считаете ли вы справедливым так относиться к ней или нет? Вот что важно. Я думаю, что, понимаете, если вам нравится экстрим, вам нравится разнообразие, в этом нет ничего плохого. Но вы здесь определенно перегибаете палку. И чтобы вам увидеть, как именно и в чем вы перегибаете палку, да, и из-за чего, то есть, с чего вы хотите-то в итоге, что вам нужно в итоге,
Вот. Нужно разбираться с вашим бессознательным, с вашими желаниями, с вашим сценарием родительским, который у вас, безусловно, есть. И, соответственно, нужно его увидеть и, сознавая его, вносить коррективы именно в то, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь, то, как вы себя, например, преподносите, ну и так далее. Вот. То есть все эти вещи, они, в принципе, очень важны для того, чтобы вам можно было помочь. Вот. Вопрос о том, нужно ли это перебарывать. Понимаете, вы неспроста задали этот вопрос на самом деле. Дело в том, что перебарывать желание получить эмоции, адреналин, наверное, не стоит. Потому что это ваши желания, они достойны того, чтобы их реализовывать. Вот. Поэтому перебарывать их не надо. Вот. Нужно просто более полно увидеть, что стоит за вашими желаниями. Более полно увидеть этот момент. И скорректировать свое поведение, направленное на реализацию вот этих желаний. И тогда вам не придется ничего перебарывать, вам не придется ничего менять, вам не придется никак себя подавлять. На мой взгляд, вы и так занимаетесь подавлением в контексте того, что вот совершенно себя не жалеете и совершенно, ну, не цените свою жизнь, а значит, не заботитесь о других людях, о своих близких. Тем самым поступая эгоистично, вот, по отношению к ним. И тем самым, наверное, имея проблемы, ну, при взаимодействии с людьми, потому что вы ведь любой ценой хотите получить адреналин и эмоции, много эмоций. Вот. Тут интересно тоже, знаете, для полноты картины, интересно, чтобы вы описали то, что вы испытываете, когда у вас нет эмоций, когда у вас нет адреналина. Ведь если вы ради этого ссоритесь с девушкой и едете в экстремальные места, то я полагаю, что желание очень сильно, а состояние невыносимо. И здесь мы говорим уже о внутриличностном конфликте, если вы что-то делаете себе во вред для того, чтобы снять напряжение. Вот. Немаловажную роль здесь играет и фактор времени. То есть, например, если вы получили эмоции, да, ну, какое-то количество эмоций, а насколько вам хватает их? Значит, есть ли какая-то градация? То есть, ну, какие-то эмоции превалируют над другими, какие-то ситуации дают больше эмоций, чем другие. Адреналин больше дают какие-то ситуации. Вот. Знаете, какая история. Поэтому я думаю, что разбираясь вот с этими важными моментами, вам и можно, собственно говоря, помочь.
не перестать получать удовольствие от жизни, потому что это, в общем-то, ваше право получать удовольствие от жизни, и ваше право, в общем-то, делать то, что вы делаете. Но, во-первых, контролировать это так, чтобы от этого справедливо не страдали другие люди, ваши близкие, например, и чтобы вы не страдали сами. Я полагаю, что вот только именно с этой целью, именно вот с этой мыслью вам и нужно работать. То есть не нужно ставить цель, подавить в себе ваше увлечение, не нужно. Но есть причины, по которым вы, грубо говоря, вот не заботитесь о себе и не прислушиваетесь, например, к инстинкту самосохранения, который у вас есть, безусловно. И вот это, мне кажется, очень важно. Это, мне кажется, весьма и весьма серьезно. То есть, во имя чего, для чего вы игнорируете свой инстинкт самосохранения, который, между прочим, является одним из самых сильных. То есть, насколько глубоко ваше это желание, желание получать эмоции, что даже инстинкт самосохранения у вас игнорируется. Вот. Ну, понятно, если игнорируется он, то и, соответственно, игнорируется все остальное, это понятно. И здесь, в общем-то, становится ясно, почему вы как бы идете по головам, да, то есть расстаетесь со своей девочкой ради этого и так далее. Вот, это, на мой взгляд, это понятно, потому что если вы игнорируете себя и свое здоровье, то, соответственно, вы не можете заботиться и о других людях, ну, я имею в виду, полноценно. Поэтому вначале нужна забота о себе, вначале нужно принятие себя, осознание того, от чего вы бежите, и соответствующая корректировка этого. И, соответственно, после этого, я полагаю, ваше поведение изменится. Ну, в зависимости от того, сколько вам лет, работа будет продвигаться с той или иной скоростью. Вот. Ну, соответственно, в зависимости от того, насколько вы будете откликаться на работу, насколько вы хотите что-то изменить, да, то есть какой у вас мотив, и есть ли у вас вообще мотив заниматься данными проблемами, вот, работа будет в той или иной степени успешна и быстра. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я бы рекомендовал вам перед консультацией с психологом обязательно пережить вот это состояние, когда вы не получаете эмоций и адреналина, и что вы при этом чувствуете. Вот. То есть побыть в этом состоянии, но при этом иметь другой, да, возможность моментально это получить. Также я рекомендовал бы вам в целях, так сказать, предварительной подготовки, я бы рекомендовал вам подумать, как бы вы могли получать адреналин и эмоции без участия, без негативного участия других людей в этом процессе. То есть, чтобы люди не страдали, другие, знаете, вот. То есть пока к этому вам нужно прийти именно через интеллектуальную работу, пока вы не чувствуете, пока вы не ощущаете, вот. А потом вам будет легче уже включиться в эмпатийное поведение, более эмпатийное поведение, чем сейчас, чем вот на данный момент. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!